лесополосе Брёхово экологический десант нескончаемой вереницей жителей городского округа идут к месту сбора. Находят его по громким звукам музыки. Импровизированный концерт прямо на прогалине Брёховской лесополосы, где проходит акция по высадке деревьев. В этом году у нас акция уже под таким лозунгом «Проведи день в лесу, сохрани лес». И мы совместно с жителями сейчас принимаем участие в этой акции, восстанавливаем лесополосу для того, чтобы здесь у нас в будущем здоровый лес рос. Короткий инструктаж, и участники получают инструмент и саженцы. Более 6 тысяч побегов ели, которых аккурат хватит на 1,5 гектара участка. Норматив посадки строг – 4 тысячи растений на 10 тысяч квадратных метров будущего леса. Елочка для нашей полосы, она как бы основная порода у нас. Есть, конечно, лиственные, да, но в основном елка. Крайне редко мы сажаем сосну, потому что за ней сложнее ухаживать. А елка, она более неприхотлива, поэтому приживаемость гораздо лучше у елки. Помогают сажать деревья и братья наши меньшие. Час работы, и вся территория засеяна побегами ели. Для нас самой важной задачей это является, конечно, передача наших природных ресурсов, нашей истории, наших достижений, гордости нашей страны будущим поколениям. И в том числе лес – это то, что мы должны сохранять, беречь и приумножать. Акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе» проводят в Московской области вот уже 14-й раз. Причем высаживают новый лес дважды в год – осенью и весной. Для нас эта акция как свежий глоток воздуха, потому что лес – это все-таки неотъемлемая часть жизни, экологии. В этом году акция продлится до 29 сентября. За это время по всей Московской области высадят свыше 37 тысяч сосен и елей и уберут более 190 кубометров валежника и мусора. Владислав Грачев, Олег Тюрин, Вильфрид Демпковский. Новости Химки ТВ.